asseyez-vous. Messieurs, dames, asseyez-vous, c'est la douane. Il y a un contrôle des douanes. Vous asseyez, vous attendez, s'il vous plaît. Vous descendez à Marseille ? Si. Très bien. Vous avez... Je peux m'envoyer ? В общем, нас никого не выпускают, мы сейчас ждем, когда начнут проверять документы и по одному будут выпускать. Ничего себе, на проверку попали. Шмонать начали, сумки там у кого-то. Интересный момент был. Трейс М2. М2. Так, а где М2? Так, о, вот М2. Метро. Лифт. Попробуем на лифте сейчас спуститься. Не работает? Нет. Так. А как еще попасть на это метро? Так интересно, в некоторых странах метро колесное. Видите, оно не железное. Обычные резиновые колеса. Поехала, подружка. Так, я думаю, что можно сейчас будет спокойно прогуляться одну станцию. Идти вроде недалеко. Мусора, конечно, везде просто завались. Я не понимаю, в чем проблема. Я даже не представляю, что дальше будет там в центре города после всех этих протестов, митингов. Жесть какая-то. Стоял, по этой дорожке шел. Нехорошо. Вот, что это, господи? Свобода попугая? Ну-ка. Чё тут? Драка? Намечается. Сейчас посмотрим. Тут какой-то рэп-фестиваль. Короче, кого-то надо отпустить. Реально звучит как французский рэп. Я бы даже бит наложил. Так, сейчас пойдем воды наберем. Прогуляемся по центру в заключительный наш день. Найдем сейчас где покушать, выпить дринк. Хочется суши какие-нибудь.
Я бы сейчас суши поел. Мисо-суп и суши. Вообще идеально. Найдем сейчас место. Ух ты, прям близко рядом со мной проехал. Так, смотрим. Суши-бар. Так, есть пару мест. О, сейчас надо будет охладиться в воде, набрать воды с собой. Благо здесь есть кран. Французы отдыхают. И все переделывают. Вся перекопана площадь. Вот так сюрприз гостям и туристам этого прекрасного города. Так, ладно. Вот так вот выглядит сейчас площадь. Все в заборах, в ремонтах. По той же самой причине я, в принципе, и с Барселоны уехал. Все было перекопано просто. Даже не знаю, как на это реагировать.
Ребят, посмотрите, сколько народу. Как здесь вообще возможно купаться? Но у меня удалось, поэтому чисто получить опыт, но это, конечно, перегруз. Перегруз конкретный. Где тут, конечно, погромы? Я не в курсе, ребята, я не в курсе. Сейчас даже ради интереса почитаем новости от 3 июля 2023 года. По словам, страховщики оценивают убытки в более чем 100 миллионов евро. Эта сумма учитывает как прямой ущерб, так и операционные убытки почти на 400 магазинов. Нападениям подверглись бутики в центре города и точки в торговых центрах, независимо от того, что они продавали. Некоторые склады были разграблены полностью. Накануне власти Марселя пообещали выделить 2 миллиона евро на оказание помощи пострадавшим коммерсантам. Также владельцам магазинов освободят от уплаты местного налога на наружную рекламу до конца лета, а власти помогут обеспечить торговые точки от повторных посягательств грабителей. Но только где это все, ребята? Где? Вы откуда эту информацию берете?